пути, как обычно. Воздух хорошо, за облаками солнце. А Саратов, Саратов прекрасный город, мы же не первый здесь раз. Да. Холодно почему-то и ветрено. А в общем, все здорово, посмотрим, как будет дальше. Что в планах? Планы будем показывать то, что у нас отработано. То, что показываем в последнее время. Это фонтаны, сердца, вязь, тюльпаны и так далее. Это будет на месте приземления Гагарина? Это будет на месте приземления Гагарина. В программе все интересно, все сложное. Самое сложное – это выступать на фоне зрителей, потому что самолеты работают и люди работают на пределе, так сказать, возможностей самолета и человеческой возможности. И самое главное, чтобы было безопасно и было красиво.